Многие древние греки боялись вопроса Сократа, который он часто задавал. «Не стыдно ли тебе заботиться о деньгах, о славе, о почестях, а о душе своей не заботиться и не помышлять, чтобы она была как можно лучше?» Это говорил Сократ. Вот Алкивиад, политик, стратег того времени, был влюблен в Сократа и говорил: «Сократ заставил меня испытать чувство стыда, и как часто я желал, чтобы его больше не было среди живых людей». Ну, хорошо, это верно. Что верно? Ну, нормальный эгоистический взгляд на мир. Тот, кто указывает мне на мои недостатки, я сначала хочу, чтобы он исчез. А недостатки тоже, если можно, тоже пусть исчезнут. То есть вот этот укор так больно воспринимается, что ты не занимаешься душой именно из нашего эгоизма, да? Ну, а у Сократа этого не было, у самого? Ну, я думаю, что было, да. Конечно. Получается вот из этого объяснения, что это презренное дело заниматься славой, деньгами, властью, а вот душой это уже... Ну, второстепенное, по крайней мере. Для того, чтобы существовать, нам это необходимо. То есть для необходимого мы этим занимаемся? Да. Но только для необходимого? Да. А в принципе все занятия наши должны быть так или иначе душой заниматься? Да. Почему тогда мы не занимаемся душой? Спроси у всех людей, они тебе скажут, что я не знаю, что такое душа, я не знаю, как ей заниматься, я не хочу этим, это сложно, это трудно, это против моей эгоистической природы. Не хочу. Почему так много духовных практик тогда в мире? Очень. А потому что люди все время выдумывают что-то, хотят обвести Творца вокруг пальца. То есть вот, а я буду так заниматься или так заниматься, и таким образом оседлаю эгоизм и природу, и Творца. То есть это все попытка человека как-то обойти главное? Потому что главным трудно заняться, поэтому или что? Главное – это против нашей природы, и поэтому мы не можем так идти. И вопрос такой, как человеку определить, что он нашел? Что он нашел именно то, вот что... А он начинает ощущать смысл жизни, настоящий смысл жизни, смысл существования. И поэтому он чувствует, что он нашел корень жизни. А где это чувство, вы можете сказать? Где во мне это, что вот это я нашел? Это слияние сердца и разума.